Всем привет! Предыдущий ролик мне довольно сильно понравился, и вот сегодня я решил записать еще один обзор по игре. Но в этот раз я разберу игру, основанную на аниме «Атака Титанов», и эта игра называется «Out Wings of Freedom». Если же вам нравятся подобные ролики по обзору игр аниме, то дайте мне знать, я с удовольствием буду их снимать, ведь лично мне они сами нравятся. Что ж, начнем. Здесь мы будем проходить отдельный момент, вырезанный из самого аниме. Это момент, когда Эрен пробуждает в себе Титана и сражается с другими. Игра в основном ложится на то, чтобы собирать очки и монеты с врагов. Ну, понятное дело, с Титанов. Графика здесь, хочу отметить, очень проработанная. Я уже не говорю про физику, где мы можем сносить дома, рушить дороги, деревья и так далее. Кстати, тут можно играть не только за Титана. Вы будете идти по сюжетной цепочке, выполняя миссии за соответственного персонажа. К примеру, на обучении и использовании УПМ вы сможете играть за персонажей из кадетского корпуса. Жана, Эрена, Леви и так далее. Затем, несомненно, вы будете играть за главного героя, Эрена. Ну и, конечно, за его Титана. Кстати, не хочу спойлерить, но ребята из Omega Force очень хорошо проработали сцену с колоссальным Титаном. Возможно, я даже запишу геймплей по этой игре, но это уже по вашему желанию. В общем, главное я вам сказал, и на мой взгляд, эта игра заслуживает своего внимания, несмотря на то, что она и вышла из 2016 года. Ну а если тебе понравился ролик и ты фанат Атаки Титанов, то поставь лайк под этим роликом и подпишись на канал. Ну а с тобой был Хилш. Готовы вы положиться на меня и не вмешиваться? Остановись! Он нам не враг! Мы готовы поделиться всеми знаниями, которые мы получили. Ты говоришь, что он нам не враг? Докажи это! Нет нужды что-либо доказывать. Мы его воспринимаем как Титана, но он не такой, как остальные. Большое количество людей видели, как он сражается с другими Титанами. А также Титаны окружили его толпой и терзали его плоть. То же самое они делают и с нами, с людьми. Это неоспоримый факт. これで物資を運べるな。よくやってくれた。物資を運んで補給地点を作るぞ。 やばいってことだよな。別動班はまだかよ。俺たちがやられちゃ挟み撃ちもクソもねえぞ。